Всем привет, это Ирина Воскресенская. Сегодня готовим с вами печеночные оладьи. Здесь у меня уже перекрученная куриная печень. Можно любую печень использовать. Здесь я в блендере измельчила одну небольшую луковицу. Добавляем одно яйцо. Здесь у меня немного майонеза. Теперь добавим соль, перец, и нужно перемешать. Теперь осталось добавить муку. Муку можно добавлять частями, чтобы лучше ее перемешать. Ну вот так вот я перемешала. И теперь вот эту смесь мы отправим в холодильник на 30-40 минут. Сковородку я разогрела, прям капельку растительного масла, кисточкой вот так растираем. И по столовой ложке будем выкладывать оладьи. Выпекать будем на среднем огне где-то 3-4 минуты с двух сторон. Вот такая красота у меня получилась. Целая гора таких печеночных оладушков. Получилось у меня 31 штука. Но понятно, что у кого-то больше, у кого-то меньше получится. Я посчитала калорийность вот такого оладушка. У меня получилось где-то 40 килокалорий. То есть спокойно можно на завтрак или на перекус вот таких 6 штучек скушать. Еще можно добавить свежего огуречка и немножко не очень калорийной сметанки, ложечку или две 15% сметаны, зелени, свежий огуречек, и будет очень хороший завтрак или перекус. Ну а я с вами прощаюсь, с вами была Ирина Воскресенская, спасибо, что готовили вместе со мной вот такое блюдо, такие печеночные оладушки. Надеюсь, что вы приготовите, и вам они очень и очень понравятся. Кушайте на здоровье. Всем приятного аппетита, кто будет готовить и кушать эти оладушки. Ну а с вами была Ирина Воскресенская. Готовьте вместе со мной. Подписывайтесь на канал. Будем готовить вместе. Всем пока-пока.